Игра начинает. Все, стартанули. Что мы за панику развели? Скорее, 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 расставляй фобы, не успеем. Я сюда пойду. Вай-вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай. Вай-вай-вай. Вай, какой вертолет. Девочка, иди у меня сюда. Всего одна фоба. Ну что ж ты так, дружище. Все, игра экономно, стреляй экономно. Да. Если шанс попадания меньше 80, даже стоп. Не стреляй. Отменяй. Что? Он не взял фобы? На артодеке? Что? Нет, у него артодека? У меня ВДВ. А, ВДВ. Так, а зачем тебе стрелять? Ну, трассерами тогда не стреляй. Для команды надо было фобу брать. Вот, вот, святой человек. Святой, слушайте его. Все ради меня. Мы не всегда. Владислав. Так, Ульрик, ты куда будешь работать? Слева. О, куда именно слева? Перед мостом. Давай я вот эту тогда часть закрою. Так, а кто на саму Индию пойдет? Ну, город и вот это вот дело. Я вот этот лесочек буду полностью занимать. Налево можете прям до Бхау. Ты, конечно, вертолетами туда припрутся. Мейстер, мой тебе совет встать туда, где наши собираются ехать, и оттуда стрелять. Чтобы потом по этой дороге уехать в сторону фобов. Не понял. Ну вот отсюда. О, давайте по приколу фобов что тут, сможем прям видеть. Тут никого нету, а в КШМ-ке наши переставят сейчас. Давайте другую сторону. Сыра, подсветишь центр, это? Эхо там. Да, да, я собираюсь вот один вертолет отправить сюда разведывательно, другой сюда. Серов, будь котиком. Вот эту КШМ-ку подальше от этого угла отодвиньте. Да я могу ее прямо на жилет отодвинуть. Вообще не вопрос. Кайф, договорились. Все, так, ну, так, я, если что, ее вот сюда отодвину, потому что непонятно, маэстро будет двигать, или кто там, Жорик, будет не, двигать, не будет. Не, маэстро оставил свои. Просто мы сейчас будем заливать левую часть, чтобы вы могли занять ее без проблем. Со всей пролетарской ненавистью. Да. Ну что, погнали нести демократию? Погнали. Демократия. 9 на 12 с наивной подписью на память. Таск выключить, точно фоб. РСЗО направо на перекресток. Спасибо. Вот отсюда. Стрельнул атакам. Маэстро, опасно делаешь. Пол пакета и убегай. Пол пакета, он уже поехал куда-то вправо, скорее всего. По мне, скорее всего. Они ничуть вертолеты не зацепили. А уже сматывалось. Да, там не вы пытались в обратку поехать. РСЗО налево, ответка. Целый, аккуратней, кучка идешь. Самолеты слева. Успел. Пошли налево, на сушу. Я знаю то, что полпакета и все. Я просто знаю все. Не умею считать. Нет, что-то тупануло. Вот кучка. Ой, там на центре такая хорошая толпа. Гриппин, не в того стреляешь, это же говно. Блин, пришлось разменяться. Обидно. А вы поставьте хотя бы КШМ-ки на Индию, на Майк. Ну ладно, ладно, раз ты просишь, то на... Элвин, себе хак. Кстати, на центре карты у нас никого нету. На Лим отправил. У нас вообще никто никуда не поехал. Да, зато все летают. Зато летают, зашибись. Тут это акулы. Таск, поставь на Вэмбо. Ну ты уже разгружайся, акулы. А где у тебя ПВО-то? Меня неприятно поймали кассетами. Прям очень неприятно поймали. Плохо. Можно вопрос, а где у нас армия? Нет у нас армии. Херню страдает. Я сейчас Alt+F4 нажму и пойду в другую игру. Да, Алекс, перелогинься. А где все? Вот я только что этот вопрос зайду. Таск, поставь КШМ. Да, Жор, не заказывай. Терроризируют, у меня ПВО вообще нету. Так как так получилось-то? Что ты поехал штурмовать вражескую точку без ПВО? Мне больше интереснее, почему на Лиме единственный отряд это моя КШМ. Нет, моя ЦВшка еще едет у туда. Нас
все либо на арте, либо летают. И даже всё. ЦВшки не могут расставить. Даже ЦВ, да, не могут расставить. Короче, вот та, у Таска играйте сами, господа. Ну что это такое? Я думал, вы зовете играть в Wargame, а не вот это вот, ну типа... Сказал вот человек, который вот... сидел на арте. Только на арте. Что за фигня, где мы? Успехов вам, ваших побед, господа. Ну и тебе успехов. Почему у меня все умирает? Меня даже не... Что случилось? Что? Кто? Ну вот здесь вот танки вражеские. Уже в лес забрались меня штурмовать. Потому что у нас армии нет. Прикол, прикол, ребят. Тут это вообще прикол. Есть, 31 упал. Ну, слева ты один играешь, я тебе могу. А, Селвин вот еще. Чуть-чуть целую на и ты. Чем мне сейчас на арту апликацию уйду? ЦВшку у Лерика уберите, пожалуйста. Кто там, кому юнит отходит? Да, уже можно не убегать. Ну, можно попробовать. Там особо у них ничего нету. А чё Ульрик вы... А потому что, это дебилизм, правда. Как будто первый раз мы так играем. Мы всегда так играем, чё. Да. Ну, просто на всё он приходил именно поиграть на Хмайна. Ну а почему так, тогда он взял артедеку и просто стреляет мышкой по точкам? Вот если он нормально хочет играть, за него должны играть. Вот он такой красивый, блин, а все лохи. Перекресток, вы хоть кто-нибудь займите, постреляйте, что ли. ЦВшка на эхо идет, там у кого артиллерия, следите, куда садится вертолет. РСЗО на лево. Они там прям по фобам кроют. Прям не точно, блядь, фоба. Вот сюда вот ЦВшка, да, садится. Не, вы смотрите, что происходит, блядь. Ха, они еще и полара... Ну, тут рандомит, возможно, блядь. Ну, может, замечают, куда... Ну, артой-то точно по фобам, блядь, Да, видят, где взрывается. Что-то может охренять что-то туда. Может, нет. Ничего не взорвалось. Нет, когда попадаешь по фобу, там это отмечается графически. Только пока все целы фобы. Уже... Ну ты же говоришь, что прям точно по фобам херачу. Посмотри, сколько 2-2 фобы осталось. Не, я лучше за лонгбоу буду с вами следить, который отстреливает танки на центре карты. Он мне дороже. На майке все плохо. Ну, в смысле, что там хотя бы один танчик бы поставить. Заебись. И все заеблись. Thank you.
Так, что, на хотель можно ставить СВ-шку? Кто там? Справа кальтер. Даже нужно. Все, тогда поехала вот в этот куст в СВ-шку. Ну, видишь, кстати, по фобу больше ни хрена что-то. В левом... Слева. РСЗО налево. Зашибись. Минус на сахлоги. Походу дел. Фигово. Да. А выходят опять они. Вот представляете, выигрывают они и выходят тоже они. ЦВХ Ульрика, сваливай. Вообще, за границу сваливай. ЦВшечку, если можно, пришибите, да. Будьте так добры. И вот еще ЦВ-шечка. РСЗО направо куда-то.
Какой-нибудь есть ПВО нейролайс на мне налево в лес сраный? Заебал, есть, но слишком есть. Короткая. Давайте поставлю. Куда тебя выставить? Ее спалят, расстреляют. Я хайл уже. По таймингу-то, блять, а. Самолет справа, бобер. Вы там говорите, что вылетает, я буду на них хоть реагировать. А ЦВшечку поставьте на точку на выбор, пожалуйста. Сейчас Извините, я обходил правда. Да, ничего, мы только рады. На самом деле нет. Майстер, аккуратнее вот здесь вот. И себя спалишь, и тебя расстреляют. Они прямо рядышком стоят. Скоты эти. Сволочи. Разброс хороший. Ну ты в каком-то странном месте стал. Честно скажу. Ну блин. Прям... Очень как-то он быстро среагировал. Ну да. Меня ВДВ светило, вот чё. Привет, пацаны. Чё, как оно? Пролетать ещё. Селвин, если ты тут. А куда ж он денется? Если вы не против, я попробую пехоту сюда зайти. Там прикройте. Чё у вас есть? Ну, я поэтому и решил ломануться туда. Ой, вышел. Ну, у гаканных. А это вот оно у него взорвалось? Вот здесь вот? Да, походу. Это его жопа. Его жопа. Потому что он очень быстро вышел. Ну, либо это, который слил вот это три пламени, я накрыл. А чё так? А что с лицом? Эх, кулерик, кулерик. Сейчас бы ты был так доволен, но ты зассал. Да, истеричка. Да, а я ещё чё-то против Алекса иногда говорю. Мне стыдно. Прости меня, Алекс. Но вас двое. Ну, иногда я, конечно, психую. Чего ж тут? Все знают. Да, двое осталось. Бля, я забыл, у меня же самолеты есть. Чертовы игры, а тут еще и самолеты.
Ах ты ж меня тут застрелили, скоты. Торчик на да. Борисе. Ну так, на БХО. Ну да. Ну, блин. Ну ты пытался, да? Попадал. Он не попал. А я попал, а я попал. Он один остался. Ох, сколько самолетов на центре, не летайте, не летайте. Ужас. Кстати, это он все вызвал, ну практически все. Такое победить с воздуха невозможно. Ну да. Чпоник. Так, что, на ЦВшки вызывать? А то как же мы без ЦВшек-то? Угу. Пойду я на центр две ЦВшки вызову. А то вдруг он не сдастся. Самолеты вылетели опять своей группировкой. Прощай, 117-й. Угу. А, я понял. Очень информативный обмен был. Ну, в принципе, вот так если прикинуть, все их ракеты стоили примерно столько, сколько твой самолет. Ой, что это? Что это? Как оно выглядит? Описывай. Мы тебе расскажем, что это. Вот как эта ракета просто смотрит и резко, бля, давай-ка в другую сторону. На-на. На-на. Кажется, зона центра карты. Что это ткнем? Они снова вылетели. Нет. Спасайтесь. А пока они перезаряжаются, это наш единственный шанс. Да. У него все забито ими. Значит, надо хренячить. Йорик. Эй, Джорик. А, бедный Йорик. Да, у вас мало осталось там... времени. Что, играете? Играем. У нас как раз слот освободился. Возле Чарли. Возле Чарли. На стрелку тогда не залетай. Ну, они уже перезарядились сейчас, аккуратнее. А, блин, ты бы сказал, я бы хоть вызвал ЦВшечку. Вы там без ЦВшки же летите, правда? Ну да. Ну, все по классике. Ну да. Я вызвал туда две ЦВшки, но... Но так себе вариант этот. Селвин, не залетай на стрелку. Право руля, право руля! Право руля, да. Вай-вай, какой мужчина убил все ЦВ. А, нет, они снова летят.
похоже. Нас будут иметь в жопу. Прощайте, Томкэты. Да, чекс. Я вызываю Смешку, но сейчас будет весело. Держите. Ты думаешь, у меня нету больше самолетов? У меня их больше, чем у тебя. Умри, животное. Это фигово. Так, а у меня есть еще? У меня еще 3 самолета. Умри. Блин, у него еще 6. Уходи, Томкэт, уходи. Скотина. Давай. Нет, они сбили Селвина. Эти ублюдки сбили Селвина. Уже Павлона взял. Я тебя буду трахать в жопу. Охлади свое трахание. Да. Блин, Майетер, ну двигай ты их куда-нибудь повыше, нам же хочется жить. Так, а я смотрю, там ПВО у них есть, да? Раз они по Гриппину хренят что-то. Возможно. Чё, выделяйте вот это все говно, пошлите к ним на Альфу, пока они туда ЦОшку не поставили. Или вы думаете, что Майя с пулеметиком там всех победит, ЦОшечка? Да? Нет, вы ошибаетесь. О, СВИшечка. Ты бы еще дальше высадил, конечно. Ну, иначе меня сбили бы с земли. У них же там ПВО стоит. Вот где-то вот здесь вот. Оттуда по Гриппину стреляли. Заказываем. Угу. Сколько там, ах ты. Кушать ку. Ты нет смысла там себе так все разбирать. У них даже фобы еще практически полные. А некоторые прям вообще полные. Тут что-то в лесу прячется, я видел. Маука. Как оно выглядит? Это мауки. 2 мауки. Ну, блин, я ж на вертолетик тащил. Да, малки такие. Отняли, да, самую вкусняшку. Да ужас. У них один челик сейчас остался. Да? Да. И он упрямый. Потому что у него много истребителей. Ясно, понятно. Давайте только аккуратно, не будем сильно же издеваться на человека. Чего? Возьмем его нежно? Да. Обхватим со всех сторон.
Ага. Я тебя услышал, пошел в цены. Блин, теперь 25-ки будут на нас вылетать. Ужас. Угу. Ужас. Избивают еще что-то. Ага. С меня они сбивают. Три с пулеметиком, с пушек расстреливают. Ну, у них же есть и ближнего возраста. Возраста этого. Простите, вы ничего не слышали. Ближнего радио. Ну, одно другому не мешает. Вы ничего не понимаете, я не могу быть извращенцем. Я же работаю с несовершеннолетними. С пушки работаем по сушке. Ах ты, стихоплёт. Сегодня с пацанами мы работаем из пушки по сушке. Только на сами танки не заезжайте, а то по ним бомбы упадут. Если там, конечно, что останется к этому моменту. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Я знаю, что я сделаю с ними. Я их сожгу. Да там уже наш все будет сейчас. Видишь, верты уже пролетели. И что? Я их сожгу. Ну, ты с вертами с нашими их сожгешь. Сожжешь. Я своих сожгу. Верю. Знаешь, ну, я даже, честно говоря, не особо сомневался. Они-то кошемку где-то спрятали. Надо сжигать, выжигать все это. We've got city to burn. Ну, 96 литров вода, цель. А вот раньше. Ну, он обмазался нахмально так этими. Да. ПВО. Ну, это не мешает нам. Сколько, кстати, у нас? Плюс 14. Ох. Ну, самолеты, видимо, реально кончились. То есть он 25-ки теперь вызвал. Который тоже, видимо, кончились. Можете его по-быстрому добить, блядь? Пытаемся. Осталась только база. Пытаемся. Вот и на КШМ. Все. Вы добили. Чего ты раньше-то не сказал? Мы бы не добили так быстро. Я так понял. Ну вот маэстро... А, нет, не маэстро, рандом. Рандом лучше всех играл. Второе место я занимаю. Ну, почетное второе место. Ты рандома, блядь.